Привет, это Деконте. Видеоинструкция по сборке комода 4 ящика. В комплект входит две коробки с элементами и одна с фурнитурой. Открываем все три и раскладываем так, как показывает мастер на видео. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Для сборки нам потребуется молоток, ключ под евровинт и фигурная отвертка. Мастер на видео использует шуруповерт. Вся необходимая разметка и отверстия уже есть на элементах комода. Самостоятельно сверлить ничего не придется. Начнем с установки направляющих для ящиков. Уложим на пол правую и левую стенки комода. По нанесенной разметке фиксируем направляющие саморезами из комплекта фурнитуры. Закручивайте саморезы под прямым углом. Это необходимо для того, чтобы избежать заедания ящиков при открывании. Затем в верхней части обоих стенок установите эксцентрики. Обратите внимание на то, что стрелки эксцентриков должны указывать на отверстия для штоков. Штоки для этих эксцентриков мастер крепит в крышку комода. После этого правая и левая стенки комода скрепляются с помощью двух цокольных и одной соединительной планки. Затем уже собранная конструкция устанавливается на цокольные планки, а крышка комода устанавливается сверху и фиксируется эксцентриками. Следующий шаг – установка задней стенки. Она состоит из двух частей и фиксируется мебельными гвоздями. Обратите внимание на то, что вместе смыкания обе части задней стенки фиксируются с зазором. Кроме того, ближайшие к месту смыкания гвозди следует забивать не до конца. Это нужно для установки соединительной планки. После ее фиксации гвозди можно забить до конца. Затем переворачиваем комод крышкой вниз и устанавливаем мебельные опоры. Они крепятся с помощью двух мебельных гвоздей. Обратите внимание на то, что для фиксации опоры шляпка гвоздя должна оказаться ниже рабочей поверхности опоры. Сборка каркаса комода окончена. Перейдем к сборке выдвижных ящиков. Вкручиваем штоки для эксцентриков в фасадные панели ящиков, как показывает мастер на видео. Затем раскладываем боковины ящиков и устанавливаем в них эксцентрики. Напоминаем, что стрелка на эксцентрике должна указывать на отверстие для штока. Когда эксцентрики установлены, притягиваем фасадную панель к боковинам с помощью эксцентриковой стяжки, а заднюю часть с боковинами соединяем с помощью евровинтов. Дно ящика устанавливается в паз фасадной панели, а к боковинам и задней части оно крепится с помощью мебельных гвоздей. Направляющие ящика крепятся впритык к лицевой панели на саморезы из комплекта фурнитуры. Перейдем к ручкам.
Каждая крепится на два самореза из комплекта в специально подготовленные отверстия в лицевых панелях. Последующие ящики собираются аналогично первому. Сборка практически окончена. Осталось закрепить декоративные накладки на евровинты, и ваш комод готов к эксплуатации. Вы можете смело пользоваться изделием.